Добрый день. Сегодня у нас Мегаминкс, а компания Шэнгшоу, которая сейчас именуется Сэнгсо, модель Мистер М. Под таким же наименованием были выпущены кубики 3x3, 2x2, пирамидка, 4x4, 5x5 даже кажется. Но из них у меня только двушка и трешка есть. Причем трешка неплохая. Двушка пока тестируется, но тоже магнитная. Смотрим, что дизайн упаковки поменялся. На двушке трешке он был вот какой-то вот такой вот, с серой картинкой, где внутри были видны магнитики. Здесь уже какие-то розовые тона. Ну, наверное, это что-то значит. Если вспомнить коробочку от Клока, там вообще аниме. Но сейчас не о нем. Клок и Мегаминкс приехали одновременно. Мегаминкс мы сейчас рассмотрим, а Клок не знаю когда, что он ко мне приехал бракованный. Циферблаты здесь были вывалены. Ну, видимо, ударился где-то, и сейчас он не вращается, несмотря на мои попытки его починить. То есть, если снять крышку, то в черном пластике его там как-то еще можно вращать. Когда крышку ставишь на место, уже не вращается. Если кто-то что-то знает, напишите, я попробую это починить. Но если нет, то закажу другой, пока обозревать не буду. Мегаминкс. Есть инструкция, есть пленочка внутри. Инструкцию быстро посмотрим. Ну, здесь инструкция бестолковая, без алгоритмов, ненужная. Вся на китайском. Убираем. Сам Мегаминкс. Стандартная расцветка, цветной пластик, матовое покрытие. Причем, если мы возьмем трешку, то здесь покрытие было такое рельефное. Оно глянцевое, но рельефное. Здесь же, вот как и на двушке, просто матовое. Не самое приятное, но терпимое. При вращении сразу слышны вот эти щелчки магнитов. Если мне не изменяет память, то на 3x3 изначально тоже такая проблема была. И кажется, на нем я подклеивал магниты, чтобы они потом не звенели. Трешка когда-то была очень даже неплохая. Сейчас у нее много конкурентов, но она все еще актуальна. Мегаминкс. Серый цвет. Нет возможности менять на черный. Нет никаких инструментов для того, чтобы цепляться удобнее пальцем. Если мы даже вспомним Шэнгшоу Перл, здесь и то были вот такие небольшие бортики. На том же Юху 2М вот, тоже типа бортик. Да и на всех современных актуальных Мегаминксах есть какие-то вот мероприятия для зацепа. Но здесь мы видим что-то вот такое. То есть это джем. Мегаминкс тоже от Шэнгшоу. То есть это такой же, но только изменен пластик и добавлены магниты. Но наверняка и переработано внутреннее строение, поскольку вот этот Мегаминкс достаточно сильно лакапит, да, при сборке. Даже не будем продолжать. А этот вращается неплохо. Но вот этих вот элементов не хватает. С давних пор считалось, что у Шэнгшоу плохие Мегаминксы, но это всегда обсуждалась модель, которая уже очень много лет, я сейчас доставать не буду, но она визуально вот, как такая, только в черном пластике, но с наклейками. И ей так много лет, магазины все ее закупили в большом количестве и распродавали, так что ее, наверное, до сих пор даже продают. И купив тот Мегаминкс, который сильно уступает уже по всем характеристикам современным, все говорят, что Шэнгшоу плохой. Но мой первый Мегаминкс профессиональный, на котором я зарабатывал медали на чемпионатах, был Шэнгшоу Перл. Именно им я заработал медали серебряные в Саратове, где-то еще. И он без магнитов, но крутится вполне достойно. Даже если бы Шэнгшоу вставили магниты сюда, это было бы лучше, наверное, чем вот это. Но сделали бюджетку. Да, это, вероятно, самый дешевый магнитный Мегаминкс сейчас. Но в Китае он стоит где-то на $0.5 дешевле, чем Юху. Но
чего греха таить, Юху в разы лучше. То есть это фактически топ Мегаминкс. Про него будет отдельное видео, сейчас он тестируется. Это бюджетка с магнитами. Давайте перемешаем и соберем. Щелканье вот этого магнитиков, оно есть, но раздражает не сильно. Сам по себе не очень шумный Мегаминкс. Вращается комфортно. И здесь вот можно было провести аналогию с кубиком Gun Monster Go. То есть как тот кубик, так и этот Мегаминкс объективно хороший. Хорошие, неплохие головоломки. И Мегаминкс хороший. Будем ее потихоньку собирать. Но в чем суть-то? За те же деньги можно купить гораздо лучше. Если брать Мегаминкс, тот же Юху, на 50 центов дороже, но в разы лучше. Если взять Monster Go, за цену в районе 1000 рублей можно кучу хороших кубиков найти. И тот же Thunder Club V3E мне нравится больше. Но это опять же дело вкуса. Собираем. Цвета даже приятные. Я вот иногда беру в руки старый-старый Даян с бортиками и просто его кручу не спеша из-за того, что у него так приятные цвета и комфортное вращение. Просто иногда хочется поностальгировать. Здесь же все можно собирать быстро. Я на нем не стал крутить сотку, потому что и так было все понятно. То есть несколько сборок я сделал. Наверняка он еще притрется и улучшит свои характеристики. Я в этом даже не сомневаюсь. Поскольку даже самый первый Мегаминкс от Шинкшоу изначально вращается плохо, а потом вращается гораздо лучше. Ну, надо сделать сборок 100 хотя бы. Здесь же все вращается хорошо сразу. И, возможно, только улучшение. Каких-то предпосылок к тому, что здесь может что-то развалиться, выпасть какие-то элементы, я не вижу. Остро не хватает бортиков или каких-либо инструментов для зацепа. Пластик матовый, пальцы слегка проскальзывают, но опять же привыкнуть можно. Так, что у нас получается? Ну, я не буду здесь демонстрировать хитрый PLL. Соберем коммутаторами. Я очень давно не тренирую Мегаминкс на регулярной основе. Когда-то в нем у меня были очень хорошие результаты. Как я уже говорил, зарабатывал призовые места на чемпионатах. У меня есть обучающее видео по Мегаминксу. Метод для начинающих, продвинутые методы. Это одна из моих любимых головоломок, ну, ВЦА точно. И у меня есть практически все достойные Мегаминксы. Ну, почему практически все достойные Мегаминксы? У меня есть. Этот Мегаминкс неплохой. Неплохой, но не актуальный. То есть за те же деньги Юху 2М в разы лучше. Да, он по размеру небольшой, компактный, как я люблю. Но это лучше. Этот Мегаминкс займет какую-то свою нишу для любителей Мегаминксов без бортиков, для тех, кому собирать его не на скорость, а просто для интереса, то есть так называемые слоукуберы, коллекционеры. Я сам коллекционер, но я собираю на скорость, и это не будет моим выбором, точно. Я никому не рекомендую этот Мегаминкс. Возможно, это жестоко по отношению к этой головоломке, к фирме Сэнгсоу или Шинкшоу, к которой я отношусь с большим уважением. Тот же кубик 17x17 от этого бренда очень хорош. Они сейчас еще выпустили 19x19. $800 хорошая цена для него. Но этот Мегаминкс занимает бюджетную нишу. Ждем какой-либо топовой модели, но за те же деньги. Не постарались, могут лучше.
подождем. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.